В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и мире гражданам приходится постоянно соблюдать меры безопасности. Ношение масок и перчаток уже давно стало частью нашей повседневности. Но даже это не дает стопроцентную защиту. В местах общего пользования нужно быть особенно осторожным. Так, например, отправляясь в супермаркет за покупками, вы должны быть уверены, что чувствуете себя хорошо и у вас нет температуры. Сейчас в большинстве крупных магазинов Москвы и Подмосковья больным пройти все равно не получится, так как на входах установлены тепловизоры. Появились они и в щелковском гипермаркете «Глобус». Тепловизоры – это специальное оборудование для предварительной проверки температуры тела. Оно позволяет выявить возможных зараженных среди огромного скопления людей. Так как поток людей большой, и выявлять людей с остановкой их ручным термометром, ну, как-то неудобно. Поэтому были установлены тепловизоры. По распоряжению губернатора мы должны обеспечить безопасность наших покупателей и сотрудников. Находятся тепловизоры в гипермаркете «Глобус» теперь у каждого входа. А это значит, что ни один покупатель не останется незамеченным. К слову, некоторые щелковцы полезное нововведение уже оценили и не сомневаются в том, что в современных реалиях оно совершенно уместно и необходимо. Отлично, отлично. Чтобы поменьше было заболеваний и чтобы побольше дома, которые заболели люди, пускай побольше дома сидят. Если у человека повышенная температура, то на экране компьютера его лицо обозначится красным цветом. В таком случае сотрудник службы безопасности обязан остановить данного покупателя и попросить его измерить температуру еще раз бесконтактным термометром. Если симптом подтверждается, посетителя просят покинуть магазин и обратиться к врачу. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.